Белосенький, мой хорошенький. Ой. Белочка. Ой, белочка. Мой хорошенький. Ой, хорошенький. Дядя. Ой, описился. Ой, нехорошенький. А что они, девочки, они всегда писают, эти девочки. А что в природе эти писают, как это? Мы малыши писают, девочки, да? И что у нас в природе вот эти женщины, они вот тоже писают. То же самое. Это как природное явление. Запах вот этот, ну, моча вот это как метка они отмечают. Вот это, ну, это природа все же делает. Вот они у меня все живут. Я их сегодня покормил курятиной кормил, мне мясом всех накормил, вон они у меня жирненькие, вот они. Это Буся, я его Буся назвал. А почему Буся, я его назвал Буся? Он потому что нос такой черный, его не видать, и вот эти бусинки, вот эти глазки вот только светятся ночью, вот фонариком особенно посветишь, тогда только вот так и светит. А, значит, это Буся бежит. А так его не видно в темноте. Вот. Да их вообще не видно. Вот они играются у меня. Бегают. Так. Эй, ты. Хорошенький. Они меня вообще хотят, ну, за доброту проглотить, съесть. Да. Я вообще такой человек. Я даже вот в людях почему не хочу ходить. Потому что там как не сцепится, как, ну... Клещи все цепляются, их слишком много, а надо всем за доброту давать. А я что, всем могу дать, что ли, да? А вот в животном мире я могу вполне там всем дать, да. И прокормлю их, ими хорошо. И да и вообще природный мир, он как бы, в природном мире человек лучше живет. Он такой гадости не видит, что там в городе творится, а там всякое в городе творится. Там и убивают, там и грабят, там и пьют, там и пьяница. А она природа чистая, вот она природа. Чистая. И вот говорят, что такое наслаждение? Вот что такое наслаждение? Один говорят, на яхте там плавать, наслаждение. Другой говорит, это секс, наслаждение. Другой говорит, это в ресторане посидеть, наслаждение. Ну и много-много наслаждений всяких. Вот человек себе делает, там шашлык пожарить. Вот. А вот наслаждение, это самое хорошее наслаждение. Это когда ты в лесу находишься со зверями. Не с человеком, а со зверями именно. С птичками, с природой. Вот это и есть самое большое такое, самое огромное наслаждение из всех, которые вы все там в городе получаете. А вот у меня самое-самое это огромное наслаждение. И я наслаждаюсь.